Привет, друзья! Очень люблю гаджеты Xiaomi за идеальное сочетание цены и качества и регулярно делюсь с вами впечатлением о новой технике этой фирмы. Пришло время рассказать, как я выбирал умные розетки и удлинители. Модельный ряд Xiaomi в этой нише еще не такой обширный. В основном китайцы предлагают 4 модели, 2 из них у меня сегодня в студии. Спасибо магазину itermarket.shop за предоставленные на обзор девайсы. По ссылке на их сайт под видео можно посмотреть актуальные цены и другие виды умных розеток. Решил сравнить и рассказать, на чем я остановил свой выбор. Поехали. Умная розетка позволяет превратить любое устройство в управляемый гаджет. SmartPlug достаточно компактна, через нее можно подключить лампу или светильник, организовать наружное освещение во дворе или запитать приборы для дистанционного отключения. Розетка имеет приятный внешний вид и слегка утопленную кнопку на одной из граней. К плюсам следует отнести качественный негорючий пластик, отличную начинку, универсальную розетку для подключения любых вилок с защитной шторкой. У самой розетки китайская вилка, придется использовать переходник, но это не проблема. У приложения к розетке много возможностей: удаленное управление, таймер и расписание. Нет лишь индикации потребления электроэнергии. Любая техника с таким устройством может работать по таймеру или включаться удаленно. Xiaomi Power Strip – первый удлинитель китайской компании, который стал очень популярным среди пользователей благодаря его универсальности. Позже разработчики учли пожелания пользователей и расширили модельный ряд сетевых фильтров. Устройство имеет приятный внешний вид, отлично смотрится рядом с любой техникой. На корпусе есть небольшой переключатель питания со светодиодом. Яркость подобрана отлично, удлинитель заметно при любом освещении и в полной темноте он не слепит и не озаряет всю комнату. Сам тумблер слегка утоплен, что позволяет избежать ложных нажатий. Снизу расположены резиновые ножки-заглушки. Сам корпус выполнен из негорючей пластмассы. При максимальной нагрузке Xiaomi Power Strip не нагревается свыше 42-43 градусов Цельсия. Xiaomi Power Strip снабжен защитой от перегрузки. Удлинитель автоматически отключается, если нагрузка превысит 10 ампер. Порадовало наличие дифференциального автомата, который сработает при обнаружении неисправности в электроцепи подключенных устройств. Устройство не является умным, им нельзя управлять удаленно. Все розетки снабжены защитой от детей и находятся на удобном расстоянии друг от друга. Мой выбор пал на два устройства. Xiaomi Power Strip взял в качестве настольного удлинителя с зарядкой для гаджетов. От него без проблем питается Powerbank, iPhone, iPad и другая техника, а лишние пару розеток на столе никогда не помешают. Устройство отлично смотрится рядом с техникой Apple. Прятать удлинитель под стол или класть на пол не хочется. Удлинитель пригодится как дома, так и в дальних поездках и путешествиях. Он не занимает много места, но здорово выручит в хостелах или гостиницах с малым количеством розеток. Можно даже не брать с собой зарядные устройства для смартфонов и планшетов. Еще взял пару розеток Smart Power Plug. Для них у меня заготовлено несколько сценариев использования. К одной такой розетке можно подсоединить, например, мощную лампу, которая с балкона будет освещать вход в подъезд. Если возвращаться домой в темное время суток, можно заранее подсветить вход или управлять кондиционером и обогревателем. Можно не только включать и отключать устройство, но и задать расписание на ночь. Еще важный лайфхак. Через розетку можно подключить утюг. Если по дороге на работу возникнет сомнение в том, выключил ли я его, это всегда можно проверить через приложение. Напишите в комментариях, что вы думаете об этих действительно умных девайсах. Заходите на itermarket.shop и подписывайтесь на канал и на социальные сети. Ссылки в описании. Впереди еще много интересного. До скорых встреч, друзья!